Привет, друзья! Сегодня с утра я вышел на море поснимать. Ну, вышел с лаки и увидел, ну, мы стояли на пляже, на Санаторском пляже с лаки. И я увидел, как ко мне подошли несколько человек. Это мои подписчики. И так получилось, что они постеснялись сказать мне, что хотят со мной сфотографироваться. Это я узнал потом, когда подошел к Нарине. Она сказала, что увидела людей и, зная, где я, она отправила их ко мне на санаторском пляже. И они, найдя меня, просто побеседовали со мной. И, в общем, развернулись и пошли в обратном направлении. Ну, мы побеседовали, все, друг другу вопросы позадавали. Я не знаю, в чем проблема, ребят. В чем проблема просто сказать, что хотите сделать фотографию. Это касается не только меня. Это касается и Дениса, наверное, тоже. Я хочу вам сказать, друзья, заявить официально в том, что тут вы встретите меня или Дениса, ничего страшного нету, честно говорю вам. После того, как она мне сказала, что люди постеснялись ко мне подойти, вот, с тем, чтобы сфотографироваться, у меня, вы знаете, внутри такая вот дикая истерика какая-то возникла. Но не потому, что мне стало смешно или что-то такое, а просто, ну почему вы, приехав, бог знает откуда, за тысячи километров или там за 500 километров, постеснялись подойти просто сфотографироваться? Ребята, не стесняйтесь, пожалуйста, если вы меня видите, можете сразу фотографировать, даже не спрашивая разрешения. И я хочу еще сказать, что заснял видос сегодня с утра, и я просто забыл его выложить. Понимаете, я выложил видос с Нарине, и на фоне того, что случилось, вот такое вот, то, что я узнал, у меня, во-первых, очень сильный вопрос возник в голове такой: почему так? Почему? Ну, люди стесняются там друг другу сказать, там, признаться в любви, там, не знаю, предложить первое свидание. Ну, а я-то обычный человек, понимаете? И в том, что мы снимаем видосы с Денисом, нет ничего такого особенного. Можете спрашивать, мы вам разрешаем нас фотографировать. В общем, спасибо вам за внимание, друзья. А этой подписчице, вот, или подписчикам, которые сегодня подходили, я предлагаю завтра на Санаторском пляже рандеву, так сказать, фотосессию. Так, во сколько мы выйдем, я пока не знаю. Но я очень сильно надеюсь, что мы с ними там увидимся. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы есть у нас, и за то, что, в общем, за все вам спасибо большое. До завтра, друзья. До скорых встреч.